Всем доброе утро! Сегодня Максим поехал забирать наши решения из исполкома для перепланировки. Так что уже скоро мы начнем свой ремонт. Да, по полной. В исполкоме сказали, что решение положительное, то есть ремонт делать нам, перепланировку разрешают. Поэтому хоть сегодня можно уже начинать сносить стены. Вот такие хорошие новости у нас. Машина какая у тебя, она уже не играет, раньше играла. С окнами немножко у нас проблема возникла. Да. Какая? Окна немножко испорченные, получается, с разводами, которые находятся внутри, внутри окна. То есть их никак не протереть, не... они внутри находятся, и поэтому надо что-то делать. Надо, наверное, будет менять стекла в окнах. Вот. Вот такая грустная история. Сегодня у нас пятница, Вика уже такая прибалдевшая, сегодня никуда не надо вообще, ну, кроме школы. С утра никуда не надо, вечером никуда не надо. А я думала, сейчас среда, ой, английский, священник. Так что Вике только собраться в школу надо сходить. Вика сегодня уже поспала. Как положено. Как положено. Вика любит долго спать, да? Вот так. Потихоньку пошел процесс. Максим сбил штукатурку в Викиной комнате. Ой, тут очень пыльно. Сейчас покажу. Вот. Это все блоки. И нам их надо... снести. Вот. Очень пыльно. Ай-яй-яй. Максим даже не убрал маркер игрушку. Ну вот. Мам, иди. О боже. Ой, прям все в пыли. Фу, как ты тут дышал? Вот. Ой. Ох, прям все как в дымке от пыли. Фу. Может, окна открыть? Я увидела! Привет!
Ой, тяжело. Вот что Максим сделал за сегодня. Вот такой кусок большой снес стены Викиной комнаты. И в принципе осталось снести совсем немножко. Вот. Сейчас я зайду здесь и покажу. Кошка вот, кстати, как всегда исследует в самой грязище. Вот, получается, осталось совсем немножко снести. Вот то, что блоки. Вот это вот надо подоставать. Ну и все. И надо вызывать рабочих, покупать блоки новые и переносить стену. Резать стяжку, эту бетонировать кусок, который здесь. Ну, процесс запущен. Первый же день получения документов, поэтому все скоро будет, будет скоро красота у нас. Будем снимать для вас, как продвигается наш ремонтик. Я думаю, многим будет интересно, полезно посмотреть. Вот, если что, задавайте свои вопросы, может, какие-то рабочие моменты хочется узнать. Вот. Так что Вика наша уехала в деревню. Марк сидит в комнате сегодня, молодец. Не лазает по квартире. Сидит тихонечко. Вот. Так что такие дела. Ну, все. До завтра. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.